Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и интернета. Приам. Приам – последний царь Трои, сын Лаомедонта, муж Гекубы. Имя Приама происходит от греческого слова «выкупать», так как его жизнь выкупила у Геракла его сестра Гесиона. Во время Троянской войны Приам, престарелый царь, глава многочисленного семейства, которое почти полностью погибает к окончанию войны, в том числе старший сын Приама Гектор. Сцена вымаливания Приамом тела Гектора в шатре Ахилла – одна из самых волнующих в Илиаде. Согласно поздней легенде, которой следует Вергилий, Приам был убит у алтаря Зевса, Неоптолема. Этой же версии придерживается Шекспир в «Гамлете». Приам изображен на нескольких настенных картинах гомеровского цикла в Помпеях. Имя Приама стало символом человека, страдающего под ударами судьбы. Из Википедии. При взятии Трои ахейцами он прибегнул к защите алтаря Зевса Отрадного, Геркея, и был убит Неоптолемом. По другой версии, убит Неоптолемом у мыса Сигея на могиле Ахилла. Ну вот так вкратце о Приаме. Приам – последний царь Трои, сын Лаомедонта и муж Гекуб. Пока-пока, до свидания.